покупай и продавай астральные бриллианты, а также другие игровые ценности на киберлот.ру. Ссылка в описании. Друзья, всем привет, меня зовут Алмиор, и это второй выпуск полезных советов. В прошлом выпуске я рассказал вам про локацию моря движущего льда. Кто не видел то видео, тот может перейти по подсказке или ссылке в описании под этим и посмотреть прошлый выпуск. Те же, кто видел то видео, просто жмите лайк под этим видосом и смотрим дальше. В этом видео я вам расскажу про локацию Кольцо Ужаса и локацию Шарандар, а также расскажу, как легко и просто подфармить АБшки, когда вам нечем заняться. Итак, каждый день, если заходить в игру утром и вечером, то можно два раза брать квесты в компании Кольце Ужаса и компании Шарандар. Как это выглядит? Вам нужно утром, перед работой или учебой, зайти в игру и брать все квесты, которые есть в этих двух локациях. А уже вечером опять заходить в эти локи и собирать урожай квест повторно. Таким образом, вы можете два раза ускорить прохождение данных кампаний, фарма чудотворцев из Шарандара и камней артефакта из Кольца Ужаса, что непременно ускорит развитие вашего персонажа и пополнит ваш игровой кошелек астральными бриллиантами. Квесты в локации обновляются в час ночи и в час дня, соответственно, по МСК. Второй совет больше подходит для тех, кто еще не может ходить по данжам или уже не хочет просто их фармить. Возможно, у вас неподходящий ауп или просто-напросто нет ключей, они закончились. В таком случае смело бегите в локацию Драконий Источник, старайтесь попадать в тот слой, в котором больше всего людей, и фармите большие демонические героики. Такие же героики вы можете найти в других локациях, например, в таких как Кольце Ужаса и Долина Ледяного Ветра. Добавлю от себя, что в Долине Ледяного Ветра обычно закрывают все героики, даже демонический побег, который не трогают в Кольце Ужаса и Драконьем Источнике. Но в Драконьем Источнике обычно побольше людей занимается именно фармом этих героек, и обычно там появляются еще демоны-боссы, да, с которых вы дополнительно получите пушки. И не забывайте менять слой или локацию в вашей локи, если там никто не фармит. Просто-напросто смените слой или портанитесь, например, в Кольцо Ужаса. Только не делайте, как эти ребята на видео, никогда не стойте в центре героики бегства демонов. Таким образом, вы не помогаете, а вредите. Ребята, не будьте идиотами. Надеюсь, видео было для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите стримы на канале Вольная Дружина. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.